что предупредил. Это за Уилла. Кажется, кроме лифта мне идти некуда. Тут где-то должен быть генератор. Нет питания. Как всегда. Вот так. Это еще что такое? Алло? Джек, это Бет Уайлдер. Бет. Я... Это тебя искал мой брат. Я пыталась тебя спасти, когда ты вдруг решил поиграть в Рэмбо на складе. Ладно, слушай внимательно. Ты на задворках хронон-добывающей базы Монарха. Пол Сайрин в доках, тут, неподалеку. Все мало, но, возможно, нам... Доки. Если Пол и правда в доках, то мне туда. Нет, Джек, нам нужно заняться разломом. Время на исходе. Уилл сказал, он... Уилл мертв. А мой лучший друг стал гребаным чудовищем. Он знал, что это произойдет, готовился заранее. Он знает, что происходит. Я найду его. Мы оба знаем, что если ты найдешь Сайрина, то не допрашивать его будешь. Подумай как следует. Пол был там, в доках. Я понял, где я. У брата в промзоне была мастерская. Совпадением это быть не могло. Эми, твое признание только вышло в эфир, а Хэтч уже просит повторить. Сценарий у тебя? Ага, тут текст поспокойнее. Типа, я сожалею о том, что мы сделали. Дэйв будет тебе подсказывать. Дэйв? Вы уже не скрываете имена? Вы же меня не отпустите. Вы и не думали меня отпускать. Пожалуйста. Джек Джойс. Ты меня знаешь? Что происходит? Мне очень жаль. Я не хотела, но они меня заставили. Что заставили? Что это за место? Они заставили меня врать на камеру для новостей, наверное. Прости, Джек. Они грозили меня убить.
Ну, тихо-тихо. Ты не виновата. Ты ни в чем не виновата. Я рад, что ты жива. Слушай, мне нужно в доки. Знаешь, как туда попасть? Нет, не знаю, но меня, кажется, провели через КПП поблизости. Могу помочь тебе пройти через него. Я у тебя в долгу. КПП вон там. Я знала, что с монархом не все чисто, но чтобы так, они манипулируют телевидением всеми. Это даже им не замять. Слишком круто. Захотят замнут, поверь. Заперто. Так, где-то здесь должен быть пульт. Да, я поищу. Ух ты! Сработало? Они слишком быстро закрываются. Ты не успеешь. Успею. О, господи! Ты прямо как они. Как кто? Я видел их по пути сюда. Солдаты в скафандрах, они телепортировались. Ишь ты. Это что-то новенькое. Мы в заперти. Попробуй залезть вон в то окно на втором этаже. Да, дельная мысль. Жди здесь. Значит, Пол основал монах. Нужно добраться до окна. Эту штуку тоже можно перемотать. У меня начинает получаться. Вот и. Джек, попробуй через окно. Получилось. Теперь к двери. Наконец-то. Отлично. Я должна искупить свою вину. Попробую выяснить, что все-таки задумали в монархе. А теперь проверяю камеру внутри. И там охранники то ли спят на работе, то ли, ну, не спят. Понимаешь, о чем я? Главливаюсь. Феррера, сидите, мы сопротивляемся. Что там происходит? Слушай, я буду дальше. Некоторые из протестующих перешли черту. Черт. И вспыхнули. Джек, прости, они меня заставили, я... Знаю. Джеки, Джойси. У тебя не было выбора. Вон там есть карта, посмотри, куда тебе идти. Открыто рассказать
такой, судя по всему, опасной личности. Эпицентр. Раньше там была мастерская брата. Похоже, кратчайший путь к Полу лежит через него. Полу? Полу Сайрину? Так ты за ним идешь в доки? У меня к нему свои счеты. Тебе лучше посидеть тут, пока я не закончу. Да, пожалуй. Я открою дверь. Ладно, будь на связи. Найди рацию. Я буду на третьем канале. И будь осторожна. Мы все еще не знаем местонахождения Джойса. Говорят, его братик перед смертью визжал, как свинья. Пусть только появится. Он у меня еще громче завизжит. Ах ты ж! Рак! Понравился мой визг. Мои способности продолжали непредсказуемо усиливаться. Жив и опасен. Монарх гудит, словно улей. Они слышали шум и знают, что ты близко. Будь осторожен. Буду начеку. Цель! А, черт. Это боец с грузовиком! Иду к врагу! Может, поговорим? Конечно. Thank you.
Да. Только куда идти, не знаю.